Вот они, волки драные. Ты иди отсюда по улесаке. Васян, я там, я его, конечно, ставил, но я не закрепил, не подкрутил. Ничего, нормально. Ну, чемодан где здесь? Вон, под тобой. И этот тосол я проверил, вообще вскляй. Антифриз. А какая разница? Че? Ну, воздух в системе есть, или вышли? Ну, я не знаю, просто Серега говорит, надо тосол проверить, антифриз проверить. Я антифриз проверил, там вообще вскляй. Нет, там вскляй, я радиатор открывал. Вообще вскляй. Опять он эту колонку взял с собой. Вчера вот в обед музыка играла, когда машину ремонтировали, все, забарковали видос. Да? Да. Да ладно, пускай лежит. Тяжелее машина будет ехать. Зато все с собой. Да все, все взяли, все, закрывай. Вот эти не нужны? Вон стяжка лежит, что? Не нужна? Что, не будем вытаскивать? Да, пускай лежит, что она там? 30 килограмм. Да. Ладно. Бой. Да вверх бочки завязать и все. Она никуда не денется. Главное, чтобы ее поддерживал, чтобы она не шаталась, и все. Ей вес не даст. Опрокинуться. Вот тут паренек еще один. Так, ну что, в итоге едем забирать? Ролик и нитку, да? Ну все, надо ехать. Ходи. Куда полез? Появился?